Прикольно, прикольно. В улице минус 40. Да, мы все своими делами занимаемся. Улица Комсомольская, друзья. Вторая. Он непрозрачный. Падение улицы города Норильска. 3 километра. Октябрьская 3,5, это 3 километра. А с чего они натянули этот пузырь? Синтетика, например? Металлический каркас. Ага. Ага. Прошу прощения. Едем в Якутию. Я хочу отдать должное правительству Якутии, которое, вот когда мы приезжаем на книжную ярмарку какую-нибудь в Москве, вот, а я еще на секундочку книгоиздатель, и вот, участвуем во всех этих вещах, то мы дико завидуем якутам, которые имеют государственную поддержку на краеведческие книги. Колоссально просто. Какие возможности, какие они делают книги. А мы тут все на свои, извините. У нас почти каждый род свою книгу имеет. Каждая деревня там историческая. И вот эта внутренняя гордость, вот эта вот самоидентичность вот у этого народа, конечно, они великолепны. Ну ладно, мы отвлеклись. Значит, мы сейчас с вами поедем на улицу Кирова, которая, наверное, единственная на риске, сменила 3 имени. Но сначала она была Мончегорская, потому что в 1941 году, когда началась война, сюда был эвакуирован Мончегорский завод цветных металлов. И именно они создали костяк тех самых производственников, которые в 1942 году сдали первый металл. Поэтому улица называлась Мончегорская. Потом она называлась улицей Ленина в течение 8 месяцев всего. Об этом мало кто знает. Потому что у нас не было Ленинского проспекта, был проспект Сталина, а улицу Ленина в каждом городе иметь надо. Поэтому вот 8 месяцев она была улицей Ленина, а в 1961 году Сталинский проспект переименовали в Ленинской, и улица стала улицей Кирова. Ну тоже понятно почему, потому что имя Кирова тогда превозносилось достаточно высоко. Вы, наверное, знаете, что ходили слухи о том, что Кирова чуть ли не лично Сталин, потому что почувствовал в нем конкурента. В общем, мы сейчас с вами не об этом. Видите эти все прекрасные здания вот там вот? Мы, к сожалению, сегодня с вами не успеваем их все осмотреть. Но они все стоят на одной оси, перпендикулярной Ленинскому проспекту. Плавательный бассейн, который на горе, и вы, наверное, уже знаете ответ на этот вопрос, почему у вас бассейн на горе, а город в низине. Просто потому, что на горе скальное основание. Вот и все. А бассейн – это очень теплое сооружение, которое может разрушить вечный холод. Дальше за плавательным бассейном идет дворец культуры, потом идет кинотеатр имени Ленина, сегодня музей, а потом музыкальная школа. А за ней 5-я школа, и все этот архитектурный комплекс стоит на одной оси. И острословы того времени, которые придумали в Хрущении, в Строптивых, называли этот весь комплекс «Шашлык Непокайчицкого». В этом названии есть определенная издевка, потому что сам Витольд Станиславович ни к одному из этих зданий руку-то не приложил. Мало того, он был против этих самых зданий. Он привык делать гибридные дома. Он привык выкручиваться, а в 59 году, когда Норильск передали изведение Министерства цветной металлургии в так называемый Совнархоз, Совет народного хозяйства Красноярского края, то началось совсем другое финансирование. Вам нужны были деньги на соцкультбыт? Так что же вы молчали-то? Конечно, нате много и стройте отдельно стоящие здания. И вот с 59 года, как грибы по 65-й, за 6 лет выросли вот эти вот здания, все до единого. Сегодня это, в общем-то, гордость нашего города, все эти здания. За них боролись на тот момент лучшие архитекторы, включая бывших заключенных. Вот вам еще одна история. Так, для понимания. Якобс Ольгер Трушенш. Один из гениальных архитекторов, которые создали облик нашего города. В 1943 году, война, он живет в Риге,
Ему исполняется 18 лет, ему приходит повестка идти в армию. Он законопослушный человек, молодой, 18 лет. Он идет служить по повестке. Вы догадываетесь, куда он идет служить? 43-й год, Рига. Абсолютно правильно, он ничего не нарушал. Он честно служит 2 года, в 45-м году война заканчивается, он возвращается домой. А куда бы ему еще возвращаться? Рига чья в 45-м? А вот теперь давайте ответим на вопрос. Он прав или виноват? Кто это сейчас может сказать? Он убивал наших дедов, он был командиром артиллерийского орудия. И в то же самое время он ничего не нарушил. Сейчас бы сказали, трудная жизненная ситуация. Вот так. Но тем не менее, советская власть дает ему закончить архитектурный институт, и его сажают на РИС только в 51-м году. Ему здорово повезло, потому что в 56-м году он попадает под амнистию, и его срок заканчивается. Вообще-то ему 25 дали, сидел только 5. И за это время он успел построить архитектурные шедевры нашего города, включая концертный зал музыкальной школы, которым гордится весь Норильск с момента открытия в 58-м году. Это уникальная акустика, которую он изобрел вместе с конструктором Францманом, своим другом, тоже рижанином. Зал представляет из себя яйцо, в котором, если на сцене мы с вами говорим шепотом, то слышно везде в зале. Всего 100 мест или 110. А вот если в зале кто-то кашлянул, это практически гасится все, ничего не слышно. При этом вот этот вот сама форма зала яйцеобразная была отделана специально привезенным из Африки деревом, который называется бубинга, который имеет удивительные акустические свойства. И вот с тех пор, когда к нам на Рис приезжают по-настоящему великие камерные певцы, Хворостовский, Хибла Герзмава, да, вот такие вот люди, то они, кроме коммерческих концертов, ну, скажем, там собирают, когда они там, в Спорт-Артику и так далее, они обязательно хотят выступить в камерном нашем вот этом зале музыкальной школы для того, чтобы без всякого усилителя, без микрофона, спеть чистым звуком, чистым голосом. Вот такая вот история. Вот, кстати, вот в этом месте, где сейчас стоит спорткомплекс «Айка», должен был и появиться вот этот вот замечательный дом-комплекс, крытая всепогодная территория. Вот прямо вот оттуда и прямо вот оттуда 2500 жителей. И придумал это тоже Якоб Сольгерд Трушенш, но, к сожалению, воплотить не смог. Кстати, есть такой фильм, который называется «Любить человека». Режиссер Сергей Аполлинарьевич Герасимов. Один из трилогий его фильма про Советский Союз. Двухсерийный. Так вот, в основе фильма наш архитектор Александр Иванович Шипков, тот же самый Якоб Сольгерд Трушенш, и их проекты, которые не были в Норильске реализованы. Дома серии «Поляр», которые должны были разместиться по задумке авторов по всему Заполярью Советского Союза. До сих пор эти проекты считаются перспективными. А ведь когда это было? Начало 60-х. Вот она, улица Кирова, по которой мы едем. Туда уходит улица Севастопольская, которая не сохранилась в том виде, про который я вам рассказывал. А мы с вами двигаемся к нашему первому норильскому храму. Храм называется имени, храм иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Вот такое сложное у него название. Время постройки 94-й год. До 94-го года в Норильске храма не было. Вот он у вас прямо по курсу. До 94-го года службы отправляли в частных квартирах. То есть священники у нас были, а храма не было. В 91-м году Норильск решил построить собственный храм. Давайте, наверное, выходить не будем, да? А просто полюбуемся на него здесь поставим. Норильск решил построить собственный храм, и комбинат подключился к этому процессу. И все было бы хорошо и быстро, если бы не случилось что? Что было в 91-м, кто помнит? Союз рассыпался. Главное в этом, главное, началась гиперинфляция.
Каждый месяц к ценам, помните, приписывалось по нулику. И остановить это было невозможно. И деньги кончились внезапно у всех. И чтобы достроить храм, нужно было проявить и личное мужество руководства того времени, а самое главное – найти дипломатические ходы для того, чтобы договориться со строителями. С югославами, которые строили Аганырскую больницу в этот же период, договориться было гораздо легче, потому что югославы согласились на бартер. У вас же есть медники? Мы строить умеем. Давайте дружить. А здесь нет. Здесь так не получалось. Поэтому приходилось влезать во всевозможные кредиты, останавливать стройку. Но тем не менее, как говорится, деньгами и молитвой храм был закончен в 1994 году, благодаря в том числе и стараниям отца Сергия, Сергия Шачина, первый наш священник, настоятель вот этого самого храма, который его и, в общем-то, довел до ума. И что символично, когда вот этот верхний купол ставили, видите, крест на нем стоит, лично отец Сергий был привязан к крану с помощью такой системы страховочной, и этот самый крест устанавливал, сохранились фотографии, ну и воспоминания таких динозавров, как я, которые это видели. Так что, если хотите, давайте выйдем, пофотографируем. Это знаковое место. Вчера здесь был. Открывай. Рейсинг очень может быть. Да, у вас тут хотелось спросить. Смотрите. Да. А чего чего? Я не могу сказать.
сегодня, я знаю. Да, сегодня. Ну, давай. Сейчас мы еще. Так, допустим, мне определили. Нет.